Меня зовут Артем Чернышов, я коммерческий директор направления одежды для взрослых «Озон». Участвовал сегодня в сессии «Стратегическое развитие в индустрии». Очень была интересная сессия с точки зрения того, что все участники позитивно оценили то, что у нас сейчас в фэшне происходит. И очень многие акцентировали внимание на том, что есть очень много возможностей, и эти возможности не голословные, как ранее, скажем так, ну, там, в перспективе 3-4 лет назад они озвучивались, но как-то не были ощущаемы и вот так вот здесь и сейчас в руках у участников. То сейчас прям появился реальный такой тренд, на мой взгляд, который показывает, что да, многие ушли, но было такое время, когда многие бренды из фэшн-индустрии ушли. Было время непонятно, что делать. Сейчас все собрались и более-менее начали понимать, что они будут делать, как они будут воспользоваться этими возможностями. И это позитивно, это очень интересно. Так как я в одежде очень давно работаю, CPM вообще, в принципе, это такая история очень долгая, очень интересная и полезная, вот именно площадка для того, чтобы понять, что сейчас происходит с точки зрения, может быть, не самых массовых, но брендов новых, как рынок живет, что он из себя представляет, и когда он движется, как он изменяется. С точки зрения зарубежных партнеров, которые вот турецкие бренды представили, итальянские, так и развитие российского рынка, российских производителей, крупных и не очень, куда они двигаются, что они себя представляют. Вот это та площадка, на которой можно очень легко и просто это увидеть и быстро найти контакт.